если начнется работа, потому что это конец. Эти эмоции выплеснутся на улице. Автор забитого мяча. Я всегда говорил, надо верить до конца, не сдаваться. Посмотрите, с каким он лицом уходит, Дайер, с каким лицом сидел Кехилл и, простите, бронился самыми нехорошими английскими словами. Потому что они-то думали почти наверняка, что вот он уже.